Украинская армия, Нацгвардия и Азов, они сами рушат, грабят, уничтожают. Кстати, первые магазины город. Кто выставлял? Вот Азов, у вас Азов, в Мариуполе выставили. Магазины, аптеки под охраной полиции. Полиция стояла, полиция разгоняла жителей, пока Азов грабил. Они все специально делают, снимают на видео и показывают во всем мире. Смотрите, что делает Россия. Это не Россия, это сам Украина делает своим народом. Так, уничтожать город и население Украина сам себе уничтожает и показывает, что это все Россия делает. Это неправда. Пусть покажут во всем Европе. Это все делает Украина. Это не Россия. Меня подняли. Надежда появилась, когда российские войска зашли сюда. Надежда появилась жить, что будем жить.